становясь лайфчейнджером. В процессе того, как вы становитесь лайфчейнджером, очень важно, чтобы вы получили точную информацию. В следующем видео вы узнаете пару тонкостей о том, что сделает вас в качестве лайфчейнджера успешным. Вы начнете с того, что зарегистрируетесь на сайте вашего спонсора. После выбора вашей страны вы перейдете к процессу регистрации. Сначала вы выберете ваш набор лайфчейнджера. Вы можете заказать набор с материалами, который будет отправлен вам домой, или его электронную версию, которую вы сможете скачать прямо из электронной рассылки. Этот набор важен для начала вашего бизнеса Total Life Changes. Далее у вас будет возможность выбрать продукт или набор. Как только вы выберете продукт, вы сможете установить смарт-чип и выбрать для него продукт. Мы предлагаем смарт-чип для вашего удобства, чтобы вы автоматически получали свой любимый продукт TLC с доставкой домой каждый месяц. Ваш смарт-чип будет настроен так, чтобы первый автозаказ был сформирован через 30 дней с момента вашей регистрации. А теперь давайте познакомимся поближе. Нам важно, чтобы вы были успешны. Ваши личные данные должны быть указаны правильно во избежание задержек при создании вашего личного кабинета в платежной системе HyperWallet. Используйте, пожалуйста, ваше настоящее имя. Не используйте псевдонимы, прозвища или ники. Далее введите, пожалуйста, корректную дату рождения, адрес электронной почты, который вы используете для ведения бизнеса. На этом этапе убедитесь, что вы подтвердили свое согласие получать специальные рассылки по SMS и по электронной почте. Это необходимо, чтобы вы получали сообщения с номерами отслеживания заказов и другую важную корреспонденцию. Запишите свой логин и пароль, так как они понадобятся вам для входа в личный кабинет лайфчейнджера. Проверьте всю информацию в заказе перед тем, как подтвердить его. Не беспокойтесь, на данном этапе вы оплатите только ту сумму, которая соответствует общей сумме первого заказа. Стоимость вашего смарт-чипа будет снята с карты в выбранный для него день. Как только вы завершите процесс регистрации, проверьте свою электронную почту. Вы получите письмо для активации личного кабинета.